Оның эсас вақалары ақта тариф әтмеге азырмын. Студияда мен Султан Естакаева Чалышам, Хайрлах Шамлар. Джумхуриет Санкт-Петербургтан бірінде тренні қаршылады. Крым елбашчысы өзінің нәтижеви матбуат конференциясыны кечірді. Ярымаданың аграрфені насыл инкишаф әте. Капитал құрудылық объектлері қолануға азыр ма? Крым көпірінден бірінде елджі трені кечті. Бұ Санкт-Петербургтан Ақярғаджы қатнаған Таврия адлы 7 номералы теркіп олды. Крым пайтақтына осаба 7 ярымда етіп келді. Оны бүгін Джумхуриетінің сәкенлері Куманшинен қаршыладылар. Мы долго ждали этого. С утра проснулись и вперед на вокзал, на наш любимый вокзал, который застыл на мгновение, но он сегодня ожил, друзья! Ура! Крым елбашчысы Ақяр губернаторы Верос туризм идаресының ребері бірінде тренде Ахмеджеттен Қараман шәріне ел алдылар. Олар маршрутқа ветер көпке қимет кестілер. События эпохальные на самом деле. Те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили эту мечту, крымчан, я думаю, всех россиян, поверьте, заслуживают огромного уважения. И сегодня крымчане, видите, встречают с хорошим настроением с утра. И многие, на самом деле, сегодня даже не встречают пассажиров, а встречают поезд. То есть вот это настолько сегодня ожидаемое событие для Республики Крым. Сонкин ноқтаға трен жедвел бойынша етіп келді. Умумен вагонларда 600-ге яқын инсан болынды. Евсаневи тренның бутен маршруты 44 сағатны тешкілетті. Крым елбашчысы бір еллық нәтижелеріні чықарды. Ве 2020 сенеге оған планлары аққында тариф әтті. Қач километр ел тамир әтілежек, ве бұна не қадар пара айрылажақ. Да насыл суалер сеслендірілгені Ақтафа Тимесейдаметованың левхасында білерсіміз. Джумхуриет елбашчысының 7-й матбуат конференциясы ярмада үшін іс асылған вақадан. Крым көпірінде демир ел әрекеті ашылған ақында кесуальден башланды. Вчера вы вместе с президентом Владимиром Путиным ехали в поезде впервые по железнодорожной части Крымского моста. Вся страна испытывала огромную гордость за достижение. Что вот вы испытывали в этот момент и о чем удалось пообщаться с президентом после поездки? Железнодорожное сообщение ждали все, то есть с 2014 года, слава богу, оно сегодня восстановлено в полном объеме, хотя мы помним, что и президент об этом говорил, что в Великой Отечественной войне, когда уже Крым был освобожден, строились, соответственно, строились мосты, был мост построен Керченский, который был потом ледоходом, был снесен. Соответственно, то есть, ну, вот мы понимаем, что это история, наверное, это восстановление, то есть того сообщения. Катанин бағылаған юллар 100% екінленді. Аксенов тариф еткенне көре келеджек сенетек ЭКШРД Керіч ве Ахмеджетте 100 километр елның тамир етілуі бекленілі. Бұңа қошма малие айырмаға планлаштыралар. Объем средств, который по решению главы государства будет республике выделен, это кроме того, что у нас в рамках национальных проектов 2,9 миллиарда рублей уже стоит, дополнительно плюсом будет выделено 17 миллиардов рублей в 2020 году. Джумхуриет елбашчысы Эмин 2022 сенесіне джумхури еларының ярысы федераль стандартларға вен нормаларға ойғын олажақ. Средств выделяется более чем достаточно. Я думаю, что действительно вы увидите, что ситуация изменится. У нас нет претензий к качеству работы этих подрядчиков. Они известны по всей стране. Соответственно, и те работы, которые уже в Крыму проводились, позволяют нам сделать вывод, что у нас приключений не будет. Демат нақлиетінің учезну сқасыны келеджек сенес атын олажақлар козетов камералары олған бин юз дурақ деніштірлежек. Сақтайсе бұту нақлиет сақлық жетін. Саки, коллеги, мне сразу, когда заказывали там кавзы, ну, то есть не большие вот лязы, которые сегодня ездят по городу Симферополь на своих маршрутах, но кавзы, но именно с опускающейся площадкой для приема пассажиров. Поэтому для САК, в первую очередь, то есть обращают внимание на элементы доступности для инвалидов. Низкие доходы граждан, это высокие цены на продовольствие, там лекарственные препараты, это здравоохранение. Аксеновның фукарынжы демир ел бағы пейда уғаны фиатларны эксілтеджек. Бумескен фиатларна да айт олажақ дей. У нас все равно не такая, как у всех ситуация. Я и коллегам говорю, мы не потому, что мы какие-то крымчане особенные, но у нас на самом деле отсутствие транзита, в данном случае в обратную сторону, соответственно, ведет к удорожанию там всех и строительных материалов, и продовольствия, и так далее. Транспорт приезжает сюда загруженный, назад уезжает полупустой или пустой. Москвадан келген журналистлер елбашчыдан Зубковның меселесі ақында суаль бердалер. Онын сафари паркы, ветеринарлар белгілеген хуралар ерне кетірілмеген жек қапалы олажақ. Два дня работы господину Зубкову, и там что-то 40 там, тысяч рублей. При этом господин Зубков проиграл все суды, все и проигрывает все суды.
Я говорю, я не знаю, что я должен сделать, просто вот скажите мне, при том, что ему просто говорят, прочипуйте этих животных, и все на этом, ну, пожалуйста, и паспорта на них. Поставьте вакцинацию. Федераль мақсадлы программа бойынша яңы объектлер құрылжылығыны башланмақтың чересі йоқ, деп ішандыра Джумхуриетінің ребера ішчелер етошмей. Исходя из количества объектов и объема финансирования, она сегодня должна быть в Крыму 30 тысяч квалифицированных строителей, которые работают на всех без исключения стройках. У нас сегодня вместе с гастарбайтерами их 15. Поэтому у нас, когда любые дополнительные объекты попадают, у нас не прибавляется подрядчиков, там, новых строителей и так далее. Они попадают в эту же зону, и, соответственно, большее количество объектов разыгрывается на то же количество участников. Матбуат конференциясына Кырым елбашчысы Байрам Хабирлеринин якунледа. Декабрьнің 31-де Кырым сакенлері ратланып, яңы елны қаршыламаға азырланачақлар. Фатиме Седаметова, Дмитрий Низовой, Милет үчін. Крым ве Акъяр парламент ара ишбирлиги акында аңлашма имзаладылар. Весекаларга Девлет Шурасынын рейси ве Акъяр шаарынын канун чыгарыжы топлашуунун рейси койдылар. Энди парламентлер ара канунлар саасында иш тежрибелеринен пайдашачаклар ве умуми тешебүслерине ишлеп чыгарачаклар. С Владимиром Владимировичем мы определили, что это нужно делать и не затягивать, и организовывать работу по взаимодействию двух парламентов. Это очень хорошая, позитивная работа. Уже и Севастополь накопил хороший опыт, и есть нехороший опыт. И у нас есть и такой, опыт. Мы можем обмениваться, во-первых, друг друга и избавлять от ошибок, которые могут быть, а с одной стороны, с другой, так сказать, перенимать хорошие опыты, которые уже реализованы. Мы совместно будем формировать законодательные инициативы для того, чтобы в Государственной Думе и в Совете Федерации лоббировать те интересы, которые касаются наших регионов. Иш зияреті девамында Владимир Константинов ве Владимир Немцев Акъяр шаарынының Карамани Мудафасына бағышланған Нахимов мейданында ерлешкен әбедеге чечеклер қойдылар. Акварель адлы бала бақчасыны зиярет еттілер ве Динапарк адлы паркының абаданлаштырылуы бақып чыққатылар. Эмек стажының аңлайыш эсабы эрда мартасының ресмилештірілуі бойынша весекалар ве ятаханеден қуылып чықарылып. Бөле меселелерінен қырымлылар Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекке мұраджат әттілер. Ирина Львова Ақмешет қасабасының Джеппар Аким соқағында яшай. Қадыны бір қач ел давамында оның эвы янында ки Черкев суларының ақызылуы раатсызлай. Там убиться можно, если кто не знает, вот просто споткнуться. Ну, представьте, каменные вот траншеи вымывают. Энді ярын тәшкерю комиссиясы Девлет Милетлер Ара комитетінің векілерінен бірабер проблем ерге ел аладжақ ве меселенің чезуф елларыны белгілейджек. Руслан Бальбек сонки ел давамында гражданлар тарафындан мұражатларға эсысланып, қайт әтті ке ең актуаль меселерінден топырақ ве мескеннің ресмелештірулевы қала. Это, конечно же, таких блок наболевших проблем, которые накапливались десятилетиями, годами. К сожалению, не все относились внимательно к получению правоустанавливающих документов. Зачастую люди проживали уже в выстроенных домах, в которых уже появилось не одно поколение, имея на руках решение 90-х годов, когда тот период еще не был принят земельный кодекс Украины, и были размытые формулировки, закрепить, передать земельный участок. Естественно, большинство вопросов приходится решать через судебную ветвь власти. Гражданларның қабылына Қырымдан Девле Думасының да бір мебусы кечердам Михаил Шереметке қырымылар ичтимаи меселелер бойынша мұраджат әттілер. Мисал үшін, джемаат нақлиетінің ярамы іші аққында тариф әттілер. Бірінші лицейнің ана-бабалар комитеті есе парламентарийны мектептеки зиддиетні чезмеге риджа әтті. Оларның балалары бір сыныфдаш тарафындан әм рухи, әм де беден жиетінден зарар көрелер. Они говорят, елкой укололи. Я говорю, в смысле елкой? Как можно елкой уколоть колотую рану принести вот сюда на участок? Шымды бұсу Альтасил идаресіне елланды Михаил Шеремент өзі қайд еткеніне көре, әвелері қырымылар ярама инфраструктураға шекеет әті еділер. Бүгін ісе шақси меселелерінен мұраджат әтелер. Как показывает итог года, на сегодняшний момент система ЖКХ, вот обращаться люди стали меньше. По состоянию дорог стали значительно меньше обращаться люди. Транспортная доступность еще пока присутствует. Я думаю, что мы все-таки урегулируем эту ситуацию в ближайшее время. И сейчас вот больше затрагивают какие-то вот бытовые вопросы тех людей, какие-то конфликты. Но я надеюсь, что мы совместно с правоохранительными органами, с институтами власти решим и эти вопросы.
Капиталь құрыжылық объектлеріні қабыл әтілуі бойынша комиссия тәшкіревнен қырымның ғарбіне етіп барды. Анда оның векілері бала бақчаларында ве мектеплерде тефтіш кечерділер. Объектлеріні эксплуатацияға не вақыт тапшырылажаға аққында мұхбірлеріміз біле. Сақ районының қамышлы көндегі бала бақчасының көрнышы бұлғын мұна бойлы. Ичкішлерді абитмеді территория абаданлаштырылмады. Мудетлері сі чоқтан екунленді. На сегодняшний момент завершаются работы по благоустройству территории, наружной отделке фасада. Подрядчик на 50% выполнил внутреннюю отделку здания. Бала бақчасы тапия кабинун еды сенесі құрылы башланғанады. Яңы тыш қызметчінің сөзлеріне көре, эвелкісі қойылған вазифелеріні беджері полу амады. Бұның себебі, мальзимелер вақытында кетірілмеген айнен бағлыяда. Енді тезде чалышмақ керек. На данный объект завезена мебель 100%. Осталось завершить отделочные работы пополам, и, в принципе, объект будет готов к эксплуатации. Бала бақчасына тешкеровнен капиталь құрыжылық объектлері қабыл әтілуі бойынша комиссия етіп келді. Нетиженен мен нун қалмадылар. Надеемся, на следующий год мы все-таки его запустим, многострадально, который более 3 лет мы его строим. Это, ну, не по вине, конечно, не строим, по вине подрядчика бывшего, что так зашли мы в такие дебри. Ну, надеюсь. Но скоро времени у нас в селе Ивановка дети пойдут уже в детский сад. Кезлевдегі мектепнің вазиетісі бамбашқа. Дөлбер 800 ерлік үш қатлы бина 100% азар. Мектеп ең зиманеви технологиялар бойынша абаданлаштырылған. Мисал оларақ мұндай мек дерслері үшін мақсус сыныфлар бар. Здесь станки для вязания, машинка для вышивания, швейные машинки. Ну и если видите, то, конечно, оверлок отдельно, машинка отдельно. И даже есть манекены, на которых девочки будут примерять свои новые модели. Очень надеемся, что здесь вырастет не один дизайнер модной одежды. Бұндан да ғайры ашчылық үшін айры зал бар. Кенішуда авалана бұздолап ве масалар ерліштірілген. Бұй се 500 ерлік тетбірлер салоны. Бұй ерде дөлбер сана ве бұйык пенджерелер ерліштірілген. Кезлев шер мемориетінің елбашчысы Роман Тиханчук айтқанына көре мектепні яңы фальшекілден кешав өткен микрорайонда құрдылар. Я считаю, что проблем с тем, что мы эту школу наполним детками, ну, не будет. Однозначно не будет, тем более, что да, мы к чему должны прийти? От отсутствия второй смены в городе. Поэтому этот объект дает нам первый инструмент на решение данной проблемы. Комиссия спортив залына да куванды. Оны дерслер кечірілуі үшін керекле шелернен донаттылар. Балет залы айры жачықты. Мектеп өз қапыларына енді кележек оқуф елінда чыжық. Отар Мойнақ көндегі бұ бала бақчасы тазылуы бойынша әдеттен тыш құрылғаны 99% азар. Мойсесе 160 баланы сақтыра жақ. Мұнда сақлық имкенлары сыңғырлы олған балалар қатынай жақ. Следующим этапом, значит, идет регистрация объекта в госком регистре и передача его муниципальной собственности. Ориентировочно все процедуры будут завершены в первом квартале 2020 года. Декларацию мы планируем получить в этом году. Бұл объект бойынша комиссияның қайдылары бек аз. Кемергерлерде плитка қопқан. Тыш қызметші болей етіш мемезліклеріні доғыртқанынен бала бақчасына азырлық ақында декларация берілежек. Қырымның құрыжылық ве мемарлық везірі Михаил Храмов қайдеткені КБ екібін 19 сенесі федераль мақсатлы программа бойынша умумен 10 бала бақчасыны ве екі мектепні эксплуатацияға тапшырдылар. Кроме того, по нацпроекту в Жигулино роще в этом году мы вводим школу. Она полностью готова. Сейчас там идет приемка оборудования. И вводим детский сад на 280 деток, который тоже на сегодня уже готов на 99%. Там завершается установка малых архитектурных форм, наладка оборудования внутри здания и расстановка мебели. Мы его, безусловно, ведем в этом году. Фатиме Сидометова, Севиля Меметова, Рамазан Аливапов, Миллетычун. Ахмеджитте Афганистанда дженклешкен қырымыларының хатырасына аңдылар тедбірні совет ордулары күрсетілуінің 40 еллығына бағышладылар. Интернационалистлер скверінде арби әрекетлер ветеранлары, әләк олғанлардың туғанлары ве шейер акимиетінің векілері топланды. Адетін Джемирасим сүкінет даққасындан башланды, селялардан атудан сон топланғанлар әбедеге чечеклер қойдылар. Это забыть невозможно, понимаете. Я тогда только женатый был, у меня 40 дней дочки было, и ушли. Я жене говорю, вот так-то я член партии был. Я знал, что идем мы туда. Ну, никто еще ничего не знал, просто шли. А там уже через 3 месяца инвалидом вернулся.
комиссовали. Мы выполнили свою задачу. Афганистанда 5 миңден зияды қырымлы интернациональ борджыны берді. Олардан 168 адам эляк олды. 3 кіші ғайып олды. Екісі Совет бірлігінің қараманы унванына найел олды. Бенгілер же адам орден ве медальлермен тағдырленді. Дорогие воины-интернационалисты, на долю каждого из вас выпало много бед и лишений. Но они не сломили ваш дух, ваше право на жизнь, право растить и воспитывать детей, учить их добру, миру, справедливости и любви к родине. Ахмеджитте тахминлерге көре қалға султанның сарайы ерлешкен герді миқиязлы археология қазма ішлеріні кечірмеге керек. Боле нетижеге бүгін Девлет Милетлер Ара комитетінің топлашуында келділер. Варовского соқағында бош ерде шер меркезінде демеге мүмкін бір қач керек құруджылық башламаға тұрыштылар. Еркі ел әвелсі о ерде қазма ішлері кечірілген әді ве сарайының қысымы ола білген темелінің парчалары. О дәверге айыт капиклер ве керамик сауытлар тапылған. Шымды анда о территория яны тапылған археология абиделері жедвеліне кірсетілгеніне бақмадан шахси адам келсе құрмаға істей. На данном участке сегодня ведется строительство. Данный участке сегодня загораживается очередными заборами. И это очень настораживает представителей Думка, представителей общественности. И роль комитета в данном случае соблюсти законодательство и сделать действия в соответствии с действующим законодательством. Егер бұл территорияда кершектен де қалға султанның сарайы ерлешкені белі олса, белі чәрелер бақылайжақ деп ишандырды Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек. На этой музификации и ряд других необходимых мер для того, чтобы данная территория была под охраной закона. И, естественно, мы прибегли бы к возможности в будущем восстановления вот данного дворца как памятника культурного наследия. Бір ел әвелсі Лимара Фератова өз әвләді үшін донор олды. О жігерінің парчасыны қызына берді. Шынды Амина Чехның алы насыл ве бұл сынавлардан насыл істедат ачылды әжіба. Жевапларына алмақ үшін бізім телевизион тақымыз Бақчысара районының Фатисала көйіне ел алды. София Шукурованың левқасы. Сәлемалекум, қош келдіңіз. Сау алым. Сәлемалекум. Бақчысарай району Фоти Салакою Фератовлар айлесы бізім телевизион тақымымызны қаршылай. Сәлем алейкум. Бұл Амина Фератовларының екінші әвләді. Оның дүнияға келгені яш ана баба үшін ақықи мүджезе олды. Амы сонра олар ағыр сынавларға арасты келділер. Ағыр аяқлы олғанда әрші яқшы кечті дейлі Мараханум. Амы бала пек ратсыз олғанының себебі башқа екен. Мы попали сначала в реанимацию в Бахчисарай. Приехали специалисты Симферополя, посмотрели, сказали, мы смысла не видим ее везти в город, что ей осталось 2-3 часа. Потом подошел фельдшер скорой помощи, сказал, давайте рискнем, но на вашу ответственность. Мы доедем, не доедем, не даю, ну, как гарантии. Но мы рискнули, поехали, там привели ее в сознание, все. Но диагноз долго не ставили. До 8 месяцев мы лежали на Титово. Муж добился, взяли направление в Москву на обследование. Там уже нам поставили, что уже запущен цирроз. Кечкен сене декабрьнен 27-де Москва шерінде бұл кечі қызчыққа 10 сат девам әткен ағыр амелиат яптылар. Шумакова адына трансплантология меркезінің мутехасыслары она анасының жегерінден бір парча қойдылар. Сделали пересадку, мы там пробыли 1,5 месяца. Нам преждевременно дали выписку, чтобы нам начали выдавать препараты. Закупка была препарат. Но вот уже, можно сказать, 27 декабря у нас будет год. Препараты дают иногда, и то мы звоним на горячую линию, по Крыму находят остатки, в течение 2 недель присылают не в полном объеме, конечно, и не все, которые нам пить пожизненно. Сейчас доза у нас 0,75. Сама пачка, она стоит около 3000 пачка. Ну, у меня в месяц уходит 2 пачки ее. Кроме этого мы пьем Циволган. И она стоит около 15 тысяч, но она хватает на 2 месяца с лишним. Ну, их 14 видов. Аман-аман Эр-Ай Хоранта Баланин Берабер Москваға уча. Анда тетхихатлардан кечелер. Айлиды тек Хоранта башы Рустембей чалыша. Оның айлығы керекле иләджыларны сатын алмаға етішмейді. О вақыт оларға Хайрия фонду ярдым етті. Друг познается в беде, я это никогда не понимала. Абсолютно чужие, казалось бы, люди, ну как чужие, которых мы не знаем, вроде бы как и нас не знали, услышав о нашей беде,
и помогли, вот бегает, прыгает, как бы мы очень рады этому. Я начала заниматься мыловареньем. Занимаюсь здесь, потому что отдельно куда-то далеко от ребенка не могу. То есть ребенок здесь, кухня там. Мои два рабочих места. И между делом занимаюсь этим. Энді бұрқач айдан берлейлі марахоном озерлерінен сабын пішіре. Олар вүджудымызға менфи тесірі етмей вепек оқылы. Эпісі керекли мальзимелеріні уста қытадан ала. Сабыннен оғырашып башлағанда ле марахоном әршені тек елінен япайды. Шынды бұл сада өз білгілеріні юкселтті ве керекли силикон шекелеріні алып, ішіні қолайлыштырды. Бір открываем постепенно, снимаем это. Запускаем сначала воздух. Потом аккуратно ее выдавливаем. Вот она. Ой, какая красота. Чеберы Лерви бұйық істек. Нетижесіні өзіңіз көресініз. Келеджек байрамлар арфесінде фератовлар қырымлылар үшін бақшы штабыншықларыны азырладылар. Бұл нарат тәрекчіклері тақалылар, гүллер, мультфильм қарамалары весі чауылар. Келеджек яны елінің тімсәлілерідір. Сафи Шукурова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Ахмеджитте Карамнан Аграр Фена Русияда 5 йыл адлы илми амели конференция олып кечті. Тедберде етекчі мутихасыслар джимхурет векілері іштырак еттілер. Мевзуны мухбирамыз Айша Шулакова девам етті. Это оборудование для изучения урожайности в полевых условиях. GPS-навигатор, квадрокоптер для исследования полей. Бу инновацион технологиялар на Харам Ильми Араштырма институтнун хадимлеры хуллана. Малюмат атта кеяны тан алына. Изучаем содержание влаги в почве. Мы проводим съемку посевов малыми летательными аппаратами. Фиксируем координаты там, где мы это отобрали. Приборами измеряем содержание в растениях, соответственно, азота косвенным методом и прогнозируем на основе этого урожайность потенциально. Вот я вам показываю в приборе, мы видим сейчас 0,43-0,46, значит, растение в принципе здорово. Бұл ары эпісі Қырым Илми муэсеселерінің ірішмелеріне бағышланған сергісі. Оны Қырымның Аграр Фені Русияда 5 йыл адлы Илми әмели конференциядан әвел өткерелер. Мұнда мутихасыларының уникаль араштырмалары нумайыш етілген. Оларны ярымадамыздың етекчі көй қожалық шыркетлері қолланалар. Бұ донатмаларының кеніш хусусиетлері бар су, топырақ, өсімліклер, Богдай ве яхкабы йонелишлерде тетхихатлар кечермеге мүмкін. Мы еще занимаемся, если обратите внимание, делаем диагностику растений на 14 макро-микроэлементов. То есть, сделав диагностику растений, мы можем определить, что растению не хватает, что у него в избытке, и сделать консультации по поводу их выращивания, чтобы наш урожай, который мы получаем, в общем-то, давал нам прибыль и кормил наш регион. Поддерживаем отечественного производителя. Кой хожалық институту 2012 сенесі тезілді. О заман Украинаның Римлер Академиясының 7 институты ве бөліклері бірлештірілген еді. Ама НИИ идаресі тек Русия әркенына кірген сон инкишаф етіп башлады. Зиманеви донатмалар сатын алынды. Шымды өз метеостанциялары да бар. Сегодня мы объединились, имеем 400 человек рабочих. Мы сегодня имеем прекрасный персонал научных работников, научных сотрудников. Имеем больше десятка докторов. Имеем в пределах 30 кандидатов наук. Коллектив сегодня 52% до 39 лет. Это очень ценно для науки. Институтның бинасы 50 йыл әвелсі құрылған еді. Тамир ішлері мында да совет дәверінден берле олмаған еді. Оны яқында кечірділер. Мұны бүгін де тантаналы мұйтте тәдбірлер залыны ачалар. Әндіден бұйер мұнақашалар кечірілмесі үшін дабыр мейдан олажақ. Бүгін мұнда илми әмели конференция олып кечті. Қырым везірлер жұрасының рейс муавины көй қожалық везірі Андрей Рюмжин НИИ дәресінің ән көзел қадимлеріні фахри ярлықларынен мүкәфатлады. Институт, лидер, флагман, который показывает сегодня пример в Крыму, как объединив всех товаропроизводителей наших крымских и наука, получать определенные результаты. Конференцияда 5 йыллық ішінің нәтижелерін шығардылар. Бүгін бір сарада келешек сенеге планлар тізілді. София Шукурова, Айша Шулакова, Владислав Матросов, Миллет үшін. Вернадский адына Қырым федераль университетінде арби азырлық кафедрасы ішіні девам етеджек. Хапатылов ақта малюматны Али оқуф йортының ректор вазифесіні әда еткен Андрей Фалалеев рет әтті. Бұндан да ғайры университет арби іш бойынша зенатлар жедвеліні кенглештіре.
проверить информацию, насколько закрывается, не закрывается, очень было просто. На сайте у нас большое количество информации. Мы постоянно даем репортажи, гордимся тем, как развивается подготовка по военным специальностям. Бинанын тамиры белгиленген муддеттен эвел екенленді, донатмалар язнын башында сатын алынды. Али оқуф юртынын яны оқуф корпусында орбит билетчилеріні азырлап башлайжақлар. Студентлер орбит арла терапия, хирургия, гигиена, вет, токсикология фенлеріні огрені башлайжақлар. Курсантлар 2021 сенесі қабул етілежек. Мы гордимся тем, что мы первыми в Российской Федерации среди гражданских вузов получили заказ от Министерства обороны на подготовку военных медиков. Вот о чем речь. Мы последние полгода активнейшим образом, это самый динамично строящийся объект. Мы только вот ввели строй в пятницу на прошлой неделе, ввели в строй военную кафедру, которая находится в медицинской академии. Исмаил Гаспринский, Адана Джумхури, Крым Татар Китабхане Санды, путешествие в мир красоты. Яни Дюрберлик Алемне Сияхат, Адлы Серга Ачылды. Экспозиция Белли График Вересам Зарема Трасинованын 80 йыллығына бағышланды. Тедбірде Зарема ханым Озы Веонын Омир Архадашы Ресам Алимусеиновда болындылар. Сергінің зиаретчилері Крым Татар Ресамы яратқан китап иллюстрацияларынен таныш ола білділер. Важно свой взгляд на текст, свое восприятие передать таким образом, чтобы углубить текст и таким образом раскрыть еще больше содержания, безусловно. Зарема ханым китапханеге Исмаил Гаспринскийнын портретыны бахшыш этті. Эсерде онын эсас аяти принциплері Ветер Джиман газетасынын сайфелері акс олынды. Ресымның оригиналы Бахчысарайда Маарифчының музеевінде сақлы тұра. Бүгінге бойы пысық әберлер Милет телеканалындан айрылманыз, хайырлы ақшамлар.